Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Код Гейм Уан и... И Эдисон. И сегодня мы играем в режим Paintball на сервере Hypixel. Да. И так, мы на этой карте уже играли один раз, тренировочный раунд был у нас. Итак, ну вот тут нету желтых. Да, тут... А кто тогда тут? Тут фиолетовые. Блин, ну ладно. Сейчас мы их сделаем. Хотя... Нет, ну пока их делаем. Чё-то у меня звук какой-то странный. Тебя нету? Нету. Ну, чё это за статуя? Ну ладно. Кстати, режим очень прикольный, такой эффектный. Чем-то Quakecraft напоминает, вроде так называется, да? Угу. Ну, просто так пофаниться, можно сказать, тоже. Да. Поиграть. О, блин, тут... Я вообще сейчас на ихнюю базу просто стою, стреляю, уже 2 килла. А у меня пока ни одного. Блин, ладно. Так, у меня вообще уже снежки закончились. Блин, тут они просто закидывают. Вот я убегаю, они сразу там по пятеро стоят и закидывают. Так что надо их как-то обходить. Стоять, я сказал. Блин. Один фиолетовый такой бежит, и все просто все вот как стадо на него. Ай, блин. Я подужу свою команду. Мы сливаемся больше всех. Сколько вот у тебя киллов? Пока что только 2. А у меня 0. Так, ладно. Сейчас попробуем как-нибудь, я не знаю, обойти. О, я тебя вижу. Угу. Пошли сюда. Так, все. Блин, меня слили. Как так? Я не успеваю отворачиваться. Я одного слил. А, еще одного. Отлично. О, господи, сколько... Да серьезно? Передо мной 3 человека прибежало, их не слило, а вот именно меня слили. Ну ладно. Так. Да. Что-то мы опять начали проигрывать немножко. Ну, разница. Тут чуть-чуть. Слушай, а сколько помощи твоей команде? О, господи, их там просто дофига. Я еще никого не слила, обалдеть. Это ж просто капец. Ладно, сейчас попробуем. Сколько вот если покупать пшеницу, то сколько это дает с помощью команде? Даже не знаю, тоже где-то 5, я так думаю. Или 10. Сейчас я их поджидать, короче, буду. Ну и в принципе всегда так делаю, я ничего не покупаю, храню к концу игры, потом как бы пополняю жизнь. Ну, докупаешь. Ну, в принципе, пока что выигрываем. Да. А, мы выигрываем, да? Угу. Что-то я даже не заметил. Уйди отсюда от меня, уйди. О, я 3 слил, 4, просто за раз. Нет, это не мой был, блин, все, меня слили, ну ладно, хотя бы у меня есть теперь 4. Очка, 4 килла, так. Тут вообще трое в ряд стали, я просто кинул там 3 снежка, 3 убил. А, блин, они там стоят и... А, меня убили. Не пройди. Черт. Сейчас я их обойду, короче. Так. Эй, нет, это мои киллы. Это мои. Мои. Черт, я дерьмо. Ну ладно. Так, кто-то за меня их убил. Так, я попробую их обойти, но... Вот... Блин. А ты где, кстати? Не знаю, где-то на центре. Ну, в принципе, разница, не знаю, сколько там. 20 киллов, мне чуть-чуть меньше. Ну так-то это большая разница. Mm-hmm. О, слил прям. Я слил его прям. Черт. Идет обстрел. Фак. У тебя уже сколько килло? 5. Ну ладно. Ну, ладно. Надеюсь, что мы выиграем этот раунд. Блин, все же меня слили. Плохо я уворачиваюсь. Так. Фишка, кстати, это еще режима, в нем есть всякие. Няшности, типа, можно покупать там, к примеру, помощь своей команде, ту пшеницу, про которую я говорил. А, 3 тима дают, короче, 4 очка дают. Потом пейнтболы, которые стреляются быстрее, я так понимаю. Триплболы, как 3 снежка сразу вылетают. А, я, кстати, вот, походу, купил. А, не, это еще нужно как бы в лобби покупать, на самом начале. А, да. Там еще и для випов что-то есть, вроде как, да. Ну, в общем, тут, чтобы играть как профессионально, блин. А, не.
Слушай, а если купить, чтобы выстреливать быстрее эти снежки? О, кстати, я тебя вижу. Ну-ка, развернись. Угу. Да, это ты. Это же навсегда дается? Нет, или до смерти, или там вроде полминуты, где-то так. Блин, о господи, какой же там обстрел! Да. О, я слил, я одного слил. Блин, никого я не слил, черт. У меня пока 7 кило, у тебя сколько? Почти 20. Вот, вау. А, меня слили. Молодец. И я слил. Ну, сейчас 20. То бишь я могу пополнить команде, не знаю сколько жизней, где-то тоже 20. А смысл пополнять уже, они уже почти... Ну да, ну и так, потрачу. Динамит? Зачем тут динамит? О! Всё. Уф, там... 66, у них 3, да. Да. Ну, в принципе, мы их почти сделали, осталось их. О, уже 2. Все. Ура! Всё. Мы их выиграем. Итак, мы, пожалуй, на этом и закончим. И я говорю вам, если вам понравилось это видео, подпишитесь на наши каналы, поставьте лайк, оставьте положительные комментарии, уйди фиолетовый. И всем удачи, всем пока. Всем пока. Так, ну что ж, давай еще запишем этот. Может.